сундучок дарит яркие краски, в гости заходите, добрые глазки. Здравствуйте, мои хорошие. Сегодняшний видеообзор начну, наверное, с вот таких вот малышек. Сорт это Тайсука Кобальт. Это цветущие подростки в размере 1,7. Для тех, кто не знает, что значит размер 1,7, я вам объясню. 1,7 это размер горшка. Вот, смотрите, вот это вот идет горшочек. 1,7, то есть это 5, 6, 7 сантиметров. Вот это вот называется размер 1,7. 2,5 это диаметр горшочка 9 сантиметров, 3 это диаметр горшочка 12 сантиметров. Ну, многие знают, некоторые не знают, поэтому я говорю. Тайсука Кобальт пришел по 200 гривен. Это идет категория черных орхидей. Я люблю как пастельные оттеночки, и люблю вот такие вот черненькие тоже, мне они очень нравятся. Это восковички, долго цветут. Долго радует цветением. Плюс ко всему, это еще мультифлора. Цветочков будет много. Ну, и в таком вот виде, вот в виде подростков, цена у них очень замечательная. Это сортовая орхидейка. Поэтому одна уже перекочевала ко мне домой, если честно. Цветочек у нее, как видите, очень плотный, с желтым краешком. Кренберри чача. Тоже в размере 1,7. Смотрите, корешков много, хорошая, цветущая, ветвистая. Вот так вот выглядит. Это все мультифлора. То есть цветочки не крупные, но их много. Мультифлора всегда цветет букетиками пышными. Хоть и цветочек не крупный, но вот она выигрывает за счет того, что у нее много цветов. Кренберри чача 300 гривен. Вот этого малыша я не знаю, как сорт называется. Ну, малыш, я так громко сказала. Это взрослое растение, тоже мультифлорка, два цветоноса, 350 гривен. Как видите, он яркий. Тоже восковичок, венозник в 12 горшочке. Цена 350 гривен. Очень яркий. По поводу аромата, не знаю, ребята, вечером не все орхидеи пахнут, поэтому вот этот вот не знаю. Вот эта красота сорт Мия. Вот покажу вам издали, смотрите, прелести мультифлоры. Пушистенькая, красивая, с очаровательной губой. И такими вот милыми-милыми конопушечками. Мия 300 гривен. Есть еще вот такая вот красота. Этот сорт, не знаю, не смею, очень похожа. Но у этой более ярко выраженная желтая серединочка. Такие же самые конопулечки внутри миленькие, но ярко-ярко желтая губа и желтизна на нижних сепалях. Это, как видите, тоже мультифлорка. Пушистенькая, пушистенькая. Ну, вот это вот достоинство мультифлор. Корешочки хорошие, корней здесь очень много. И вот то, что я люблю, растущие корешки. Вот эти две мультифлорки, цена 300 гривен. Как видите, я сегодня снимаю на стойке. Это подставочка напольная для орхидей. Есть у нас такие в магазине от 5, от 6 и до 13 вазонов. Вот чем они очень удобны. Видите, у них высокая такая вот корзина. Здесь вот очень хорошо помещается горшок. Притом и по высоте, и по ширине. Сюда не только 12 горшок. Вот можно ставить очень удобно. Сюда и 15 вазон становится очень удобно.
И как видите, здесь одно растение другому не мешает. Цветущее, но не цветущее. Очень удобно. Они, конечно, подорожали в последний раз. Перед этим они у нас были намного дешевле. В этот раз пришли 850 гривен, к сожалению. Это на 13 вазонов. Вот это вот, наверное, никого не оставит равнодушной. Смотрите, сколько на ней цветочков. Такого цвета восковичок, ну просто прекрасно. Вот видео, к сожалению, не передает цвет. Она даже не знаю, даже не фуксии цвет. И она пахнет, она так пахнет, ребята. У нее такой приятный запах вообще. Ну, очень приятный запах, ненавязчивый запах, приятный. Это восковичок, цветочек у него меленький, ну смотрите, сколько их. Это розовый фламинго. И особенность этого сорта, сейчас покажу вам. Он любит давать детей. Видите, вот здесь уже в этом растении, вот уже детка, и вот она уже дала еще цветоносы, который уже цветет. При всем, при этом цветонос не из точки роста, это особенность сорта. Здесь вы получаете полноценное взрослое растение, плюс еще детка цветущая. Видите, такая она пушистенькая, пушистенькая. Очень много цветочков, запах приятный. Цена 350 гривен. Вот этот сорт нам приходит как шоу-пис. У него есть еще одно название. Какая-то жемчужина. Я думаю, девочки, которые знают этот сорт, меня поправят. Как он называется? Это тоже восковичок. Мультифлора. Но это мультифлора во взрослом виде. Она будет сантиметров 50. Но цветочков, как видите, у нее тоже будет много. Она яркая, яркая, яркая. И у нее такой вот яркий контраст оранжевого с желтым. Красивая. Красивая восковичок не может быть некрасивым. Да, в принципе, и некрасивых орхидей не бывает. Цена 350 гривен, два цветоноса. Посажены в 9-й горшок. Корешки, как видите, хорошие. Фаленопсис Сого Манта. Цена 250 гривен. Полный горшочек корней, как видите. Хорошая компактная розетка. Жирненькие корешочки, растущие. Сого Манта 250 гривен. Ароматный сорт Кагляри. Тоже восковичок. Цена 300 гривен. Тоже яркий, как видите. И у него внутри есть такие маленькие-маленькие конопушечки. Вкусно пахнет. Сорт Саншайн, тоже ароматный, тоже восковичок, но они разные, с Кагляри они абсолютно не похожи. Тоже яркая, запах абсолютно разный. Ну, я не могу сказать, иногда спрашивают, чем пахнет. Некоторые пахнут специями, какие-то вот медом гречишным пахнут, все по-разному пахнут. Саншайн тоже цена замечательная, 300 гривен. А вот это, смотрите, мультифлорка. Очень много ответвлений. И как для мультифлорки, здесь цветочек крупный. У нее, смотрите, очень контрастная такая вот темно-малиновая губа. И у нее есть приятный бонус. У нее лист, смотрите, в такой вот темный-темный краб. Такая вот мраморная. У нее мраморный листик вот такой вот очень интересный. В таких сортов чаще бывают вот такие вот молодые листья идут вот с такими вот либо вариегатность, это называется, вот такой мраморность, называйте как хотите. А листики, которые уже постарше, у них такой вариегатности нет. Вот эта мультифлорка 300 гривен. И с тыльной стороны цветочек, листик такой вот тоже темный, смотрите. Как с этой стороны, так и с этой стороны. Корешочки хорошие. Пушистенькая. Цена 300 гривен. Есть у нас еще вот такой вот шоу-пис. Это бабулеточка. Два цветоноса 350 гривен.
Два цветоноса 300 гривен. Здесь, как видите, тоже есть ген мутации, поэтому вполне возможно в домашнем цветении будет бабочка или бабулеткой. И еще один ароматный восковичок Golden Treasure, золотое сокровище. Очень яркий, приятный запах у него, очень приятно пахнет. И ко всему прочему, это еще мультифлора. Как видите, у него это извление. Это растение молодое, вообще вот у него цветочков намного больше. У кого есть в коллекции, тот не даст соврать. Сорт очень интересный. Он как яркое солнышко. Цена у него замечательная, 420 гривен. Корешочки, как видите, имеются, но пришли очень политые именно вот эти вот сорта, поэтому как раз вот они просохнут до следующей недели. Ну и на этом, конечно, еще не заканчиваются у нас ароматные орхидейки. Это Golden Sand. Тоже восковичок, как видите, он даже не одноцветный. У него неоново-малиновая губа, желто-оликовым оттенком. Присутствует здесь розовый цвет, очень красиво. Мелкую конопулечку. Он очень приятно пахнет. Очень вкусно пахнет. И это сорт труженик. Цветет он очень долго. Ну, ко всему прочему, это еще восковичок. Лист у него немножко похож на леодора, потому что у леодора цвет листа светлый. У Golden Sand тоже листочек светлее, чем обычных фаленопсисов. Golden Sand, цена 420 гривен. Два цветоноса.